Ты пригорюнился. Третий матч сегодня для Нордеа и второй для Зрубежнефти. Нордеа 2-1 обыграла Медлайф, затем потерпела поражение 2-4 от РТРС, а Зрубежнефть Медлайф обыграла со счетом так же, как и Нордеа, 2-1. Так что чисто на бумаге команды по силам должны быть абсолютно равны. Третий пас, 10-й гол. Квартира ушла? Совсем немного времени Нордеа потребовалось для того, чтобы счет открыть. 1-0 и задача Зрубежнефти заметно усложняется. Нарушение правил в центре поля. Вот там, пожалуйста. Второе нарушение у Нордеа. И опять в центральном круге. Второй фол. Еще можно головой бить. Прошла передача. Ювелирный удар. Хороший. 2-0. Совсем не подходящий, казалось бы, для удара. Наш мяч.
Я не хочу! Королёв, далеко он рискует выйти из ворот. А отсчет времени идет. Переправить его с кода в сетку, но получилось опасно. Это первый по-настоящему опасный момент в Нордеи. Мика, обоюдное было нарушение. Сели, сели! Еще нет такого схема, что ты все, ходи! Один, ходи! Второй, Нарде, Райсинг, Тенки, Брюк. Все-таки фол. По нарушениям правил сравнялись. 2-2, но нужно догонять в цифрах совершенно иные. Здесь чистый отбор. Но идет до сих пор первый тайм, так что времени у рубеж нефти предостаточно. Подсели! Конечно, белый. Кот белый, кто уже? Слышь, выбивай, Потеря в центре. Потеря потерянная здесь он. По нарушению вперед. Вышел Нарде. Слушайте, ну восьмерка, что Yeah.
голову не оторвало. Второй тайм, при счете 2-0 начинается в пользу Нордеа. 10 минут таким образом. Если на рубеж нефти, чтобы разыграться. О, в атаке четвертое нарушение. Даже главного здесь не будет. Конечно, интересно. Игра рукой, поскольку все-таки слишком уж далеко она была оставлена. Пятое нарушение правил у Нордеа. Ставили сейчас пока с третьего номера одного. Сейчас удалось его более-менее закрыть. И удалось пятку перевести мяч в сетку. Стыковую борьбу идти футболисты Рубежнефти, провоцировать соперника на нарушение правил. Гол за Рубежнефти. Давай.
там без травмы, мы их... Саня! Первый. Здорово, Леха! Здорово! Справа один! Справа один! 50, ты еще зашла. Тайм-аут берет10 секунд у зарубеж нефти, чтобы забить хотя бы 2, при этом не пропустить. Лучше забить 3. Через все поле. Поле, кажется, не прошел. Нет, все-таки ал. Итак, еще один 10-метровый. И снова Королев выходит на линию штрафной. Рядом со штрафной. Увидел номер 10-метровый, никого нет. Бросай! Леша! Леша!
идет последняя чистая минута. Время. Ну что ж, время вышло. Победительная победа Нарды 3-1.